Инкумбите! Нужно быть осторожным. Не зли надсмотрщика. Я не хочу, чтобы нас отправили строить акведук. Это место преддверия Аида. Я видел в старину Хои вчера. Он говорит, что... что римляне скоро начнут показательные казни. Прольется кровь. Римляне? Ха. Иногда я думаю, что зря мы сюда переехали. В Фаюме было неплохо. Надсмотрщик прислал стражника? Мы не жаловались. Мы работали. Я не стражник. Я Меджа из Сивы. Вас тут что? Пытаются насмерть загонять? Нет. По сравнению с сиванцами на акведуке, мы живем как фараоны. Я бы так не сказал. А что там на акведуке? Римский конструктор. Витрувий. Он не щадит египтян. А еще римские легионеры. Тоже добра не жди. Я узнаю, что там происходит, брат.
Плеть развяжет тебе язык. Хватит! Мои работники ни при чем. Пришли солдат поумнее, или мы никогда не найдем диоптер. Легат Агриппа все узнает. Римлянин защищает египтян. Мерзость. Передай Агриппе, чтобы прислал воинов, которые помогут мне найти этих воров. А теперь прочь. Возвращайтесь к своему вину, никчемные невежи. Это ты убиваешь людей непосильным трудом? Убиваю? Напротив, я стараюсь не дать им погибнуть, хоть шансов и немного. Но кто же ты, мой египетский друг? Байка Сивы, и я их защищаю. Что ж, Байка Сивы, я Витрувий, и вопреки расхожему мнению, не все римляне ваши враги. Хочешь помочь людям? Помоги мне. Найди мой инструмент. Есть такая штука, называется диоптер. Без него постройка акведука невозможна. Это дурачье считает, что воры работники. Я поищу этот твой диоптер. С его помощью акведук направит воды реки к полянке Ринайки. Поговори с Дэдди на стройке. Он брал диоптер последним. Да поможет тебе фортуна, Байка Сивы. Ты Дэдди? А, клянусь огнем Аида, я ничего не брал. Друг, не убивай. Дэдди, стой! Спокойно. Я не враг. Ты просто скажи мне, где диоптер. Я обедал. Жена принесла мне жареную куриную ножку. Что приятно, ведь я уже лет 100 не ел. Вкусно, наверное, но давай вернемся к пропаже диоптера. Куриная ножка вора не найдет. О, ну да. Ну, я оставил диоптер в пещере, вернулся, а его нет. Может, волки унесли или духи, а то и... А как выглядит этот диоптер? Как жаровня, из трех частей. В одну смотришь, одно измеряешь. Я найду его, а ты попробуй не умереть от страха. Сюда меня не пустят. Thank you.
Разбойники. Ну, теперь я хотя бы знаю, что это были не духи. Похоже, что это часть Диоптра. Устал? Что? Вот ты где! Мерзавец, тебе не уйти! Никого. Но надо... Эй, а вот и ты! Что? А? Нашел! Еще часть инструмента. Мне нужно вернуться к Витрувию, иначе римляне могут казнить Дэдди.
High position, Gerech. Он у тебя? Ты нашел мой диоптер? Нашел, в лагере разбойников, над акведуком. Вот как? Иногда люди слышали оттуда шепот, мол, там поселились духи. Я никогда не верил в эти деревенские бредни. Я все решил. Никто вас не потревожит. Ни люди, ни духи. Отлично. Значит, у Агриппы не будет причин запугивать моих работников. Он стал тщеславнее с тех пор, как Флавий вернулся из Сивы, и это перемена не из приятных. Спасибо, Баек. Ты спас моих... Ты спас жизни этих людей. Я твой должник. Пусть улыбнется тебе фортуна, Витрувий. Твое дело поможет многим в Киренайке. Эй, ты! Вот! Нарсуча! На! Место хорошо охраняется. Опять!
Эй! Тебе манеры! Долите Иви! Sister, the truth! The don't know where it is! Call it the Eevee! Sister, the truth! The don't know where it is! Alista Ivy! Piave, tibi manere! E dabo vos in consumazione! Ego a stand up tibi dolor! Siste, sic recurri ad mulierum teras! Sed sanguinum a sepulcrum! Tibiave, tibi manere. Oh.
Меня не должны здесь заметить. Капитан!
Dolite ibi! Ego astendam tibi dolor! Lamas! Cule! Ne tu! Et non movere! Ahut! Minet boom a. Chem chlad doat. Nechabet chowe nejes cheperet. Hirabui! Neset! Chati duayo. Chesem! Mahanehet! Waet amulwa hasu! Emehet! Medes barzu! Nardiu! Stut hirat! Sepulcrum! Quis audibit contra me, stecure, et eum pederet! Doc,
Умри!
его! Гори! Гори! Стрелы!
Увидят, сразу накинутся. Молиться, Иви! Станьте! Мора! Си здесь! Не трогай! Не мовери! Их убили и оставили здесь гнить. Татуировка Ангха. Бедный Хапти. Но на нем нет браслета. Его возлюбленная не знает, что он мертв. Это ужасно. Я должен упокоить его Ка и вернуть браслет. Жена Хапти хотела бы забрать его. Бешечу месур! Имехет! Мы да спасок!
Ватити! Саэв анх чумхею! Хирабуи! Несет! Мехет! Меня спасу! Ты возлюбленная Хапти? Я знаю, почему ты здесь. Хапти погиб, скажи. Мне жаль. В рудниках было восстание, и он... Нет, я не хочу знать. Хапти всегда был вспыльчив. Как он посмел нас оставить? Я нашел этот браслет. Он хотел подарить его тебе. И зачем он мне теперь? Мой ребенок будет расти без отца. Спасибо за вести, хоть и горестные. Но, прошу, оставь меня одну. Римляне не прекратят убивать наших мужей. Об этой стороне войны все молчат. Смуглый, мрачный, легкий шаг. Ты сиванец, о котором говорил Феликс. Его непросто удивить. Значит, ты хорош. Но обойдемся без обмена любезностями. Я слышал о тебе достаточно. Так что сразу перейду к делу. Если ты пришел за деньгами и славой, Кирена всегда будет рада тебе. Ой, ты змей зонос афросинис. Паси де гархия гимноскене.
Идиодин! Оран булимиди михалестерина. Мориас параскевас мада дуданестин. Рота херуе! Виксук эр! Ерен ху! Тухенет! Вы слыхали историю об отважном капитане Факсиде, о храбром греческом наемнике, который в одиночку победил злонравных габинянцев в суровом морском сражении? Подходи... Ты сказал, богиня Сивы? Как ее звали? О какой битве ты говоришь? Ты не слышал? О, друг мой, слушай внимательно. Я расскажу, что случилось. Легенда гласит, что греческий капитан и египетская богиня отплыли из Александрии за тем, чтобы найти флот габинианцев. Лишь прочная трирема и верная команда против прославленных боевых кораблей. Плавучие горы, что несут по 10 000 человек и полыхают всепожирающим огнем. Где эти шакалы-габинианцы? Лазутчик сказал, они пройдут здесь. Наврал, сверну его тощую цыплячью шейку. Кто такие габинианцы? Откуда они взялись? Изгои из Рима, возжелавшие Египта. Предатели все до одного. С римской дисциплиной и жестокостью птолемейцев. Противники как раз для нас. Что ж, остановим их, пока они не нашли флот Птолемея. Мы найдем их, Ая. И отправим на дно. Эти морские крысы не переживут. Там! И это весь их флот? Моча Посейдона нет же! Это всего лишь малая часть их полной мощи, судя по всему. Только триремы. Ни следа проклятых октарем. Так даже лучше для нас. Мы потопим их по одному. Вперед! Приготовить стрелы! Идем в атаку! Никакой пощады! Они-то нас точно не пощадят! У них октарема? Что же нам делать? Забудь про страх, Дамаст! Они просто нас еще не знают! Эта корыта их не спасет! Стреляем! Спокойно! Стреляем! О, попали! Спокойно! Спокойно! Стреляем! Второй потоплен! Нас атакуют! Удар! Готов стрелять! Стреляем! А, проклятие! Наращиваем темп! Удар! Стреляем! 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 Еще один подарочек Посейдону! Стреляем! Удар! Живее! Идем на таран! Спокойно! Спокойно! Габинианцам пришел конец! Все 20 боевых кораблей оказались в объятиях Посейдона. Одни, вопреки лютой ярости ветров и морей, они победили! 20? Даже Помпею не потопить столько кораблей. А ты не умничай! Идем!
Я это слышал от того, кто там был. Капитан, это победа! Габинянцам конец! Не торопись, сынок! Мне доложили, что кораблей больше. Это не весь их флот. Идем на восток! Отправляемся в пасть крокодила, если верить вашим лазутчикам. Ха-ха-ха, что с того? Я и не таких зверюк повидал. И все они пали от рук нашего капитана. Твоя удаль тебя и погубит, капитан. И нас тоже. Идем на таран! Живее! Идем на таран! Ускориться! Будто вырвавшись из глубин иного мира, снова появилось множество кораблей. Целых 40 смертоносных громадин ждали наших отважных героев. Впереди показался еще один корабль. Таких огромных еще не видывал свет. 10 000 воинов стояло на его широкой палубе, стуча оружием по щитам. Должно быть, это крупнейшее сражение в Средиземноморье. Тишина окутала все. Как вдруг подлые габинианцы отправили 100 огненных ядер прямо на Фоксида и его верную команду. Гребите! Так и сыпятся сквозь туман, словно в кошмаре. Ха-ха! Не поддавайся уловкам, Дамаст! Они сражались как боги. Пришел час славы. Но все это было напрасно. Ведь появилось больше кораблей. Их буквально давила огромная боевая армада, будто посланная самим Аресом. Силы угасали. Но команда их снова восполнила благодаря громовому реву капитана и Победа! Амон-Ра благоволит всем нам! Алла-ла-ла-ла! Хороший был бой! Алла-ла!